Друзья, всем привет! Нахожусь в магазине Светофор. Смотрю, привезли синенькие. Попозже ценник покажу, пока не повесили. Друзья, в холодильнике вот эти трубочки могу посоветовать. Фрумелье творожные. Это вкус апельсина. Ценник здесь нормальный относительно других магазинов. Состав творог на первом месте. Молоко цельное, молоко восстановленное. И так далее. Нажмите на паузу, кого интересует состав, почитать. Ценник 97,40 за 180 грамм, пишут, без заменителя молочного жира. Так, еще какой-то вкус новый, такие не брал. С вареным, сгущенным молоком. Так, а вот какое-то новое молоко привезли, 3,2, ультрапастеризованное, поддерживает здоровый уровень витаминов А и Д, нежный мягкий вкус, знакомый с детства, содержит большое количество кальция и белка, источник калия и витаминов. Производит Смоленская область, город Сычевка. Честно, даже не слышал такой. Первая асептическая упаковка. 47,50 за литр. Неплохо. Друзья, что-то еще новенькое в колбасном отделе. Ветчина для завтрака. Колбасные традиции. Анком. На первом месте свинина, вода, посолочная смесь. И так далее. Россия, Санкт-Петербург. Это категория А. Ценник 351 рубль за килограмм. Рядом корейка домашнего по 278 рублей. Симпатичная на срезе. И мясушка, и сало. Свинина, вода питьевая, соль. И так далее. Друзья, в холодильнике с рыбой новинка. Молоки лососевых рыб мороженые по 204,80. Вот такой большой кирпич на 282 рубля. Давайте посмотрим сразу, почем остальная рыба. Креветки 655, окунь 362, сазан 198, горбуша 273, сельдь 94, морской коктейль по 327, мойва жирная 101, камбала 136, скумбрия 198, ставрида 218, молоки 204 уже показал. Есть хорошие цены. Друзья, нашел баклажаны синенькие. 41,90. Отличный ценник. Можно покупать. Уже пофасовали их. Вот такой целый пакет. На 59 рублей 40 копеек. Нормально. Друзья, новинка. Умелица. Яичная лапша. Много души. Любви лапши. Написано. Так, почитаем. Лапша яичная, традиционная, высшего сорта. Так, это хорошо. Россия, Омская область, город Омск. Делают. Ценник 48,90 за 700 грамм. Еще новинка. Овсяная каша. Моментальная. Красная ложка с клубникой. 1,6 килограмма готовой каши. Так, в составе на первом месте хлопья овсяные, потом сахар, соль пищевая поваренная, клубника сушеная, ароматизатор. Небольшой состав, нормальный, ничего лишнего особо нет. Пишут несколько способов приготовления. Почитайте. Кому интересно, нажмите на паузу. Ценник 44,60. Всем удачи, до встречи, пока.